Британская земля ревностно хранит свои секреты. В ней можно обнаружить следы событий великих и ничтожных. Сейчас немногое говорит о том, что 500 лет назад здесь, в Йоркшире, произошла самая кровавая битва в истории королевства. На вербное воскресенье 1461 года около 60 тысяч человек встретились на полях возле деревушки Тоутон под Йорком. Хроники говорят, что к концу дня 28 тысяч из них погибли. Это была поворотная битва войны Алой и Белой Розы. Она определила будущее королевства, но они уже практически забыли. Алая кровь английских роз. Битву при Тоутоне и наши дни разделяют 5 столетий мифов и легенд. Судмедэксперты помогут докопаться до истины. В 1996 году в Тоутоне рабочие, расчищавшие место для дополнительного здания мэрии, напоролись на человеческие останки. Археологи, вызванные на место раскопок, скоро установили, что это братская могила людей, умерших насильственной смертью. Думаю, что многие люди представляют себе средневековые войны очень романтичными. Находки из Тоутона ясно показывают, чему подверглись эти люди. Это были далеко не романтики. Они умерли страшной смертью. Погибшие солдаты Тоутона могут рассказать о многом. Международная команда из университета Брэдфорда узнает реалии средневековых войн, разрушит миф о рыцарстве и увидит картину ужасной резни. Сначала из могилы нужно было извлечь кости. В яме все кости были перемешаны, и у археологов было мало времени для работ. Но при помощи инфракрасного оборудования они смогли установить положение каждой кости с точностью до миллиметра. Мы искали 16 точек на теле, одну на голове, по одной на плечах, локтях, запястьях. 3 точки на позвоночнике и по 3 на каждой ноге. По этим точкам можно сделать реконструкцию всего скелета, когда мы его выкопаем. Исследования Тима Сазерленда помогли создать трехмерную модель могилы и скелетов, которые лежали в ней. Там было 37 скелетов, сваленных в кучу и похороненных в тот снежный день 500 лет назад. Представьте себе, что после яростной битвы людям нужно было похоронить очень много погибших в кратчайшие сроки и в плохих условиях. Солдат кидали в могилу неаккуратно, как сардин в банку. Трупы пихали куда только можно. Они очень плотно лежали друг на друге. Когда скелеты извлекли на поверхность, закипела работа. Анализ костей показал, что похоронены были мальчики и мужчины в возрасте от 16 до 50 лет. Углеродный анализ подтвердил, что они умерли примерно во времена битвы. Все они были раздеты. Явная причина смерти — тяжелое ранение головы. Сначала мы не могли поверить, что кто-то мог нанести людям подобные ранения. У одного мужчины было 13 повреждений черепа. Это выглядело бесчеловечно и неестественно, что человека зарубили подобным образом.
Перед археологами встали несколько вопросов. Кем были люди, похороненные в Тоутоне? От чего конкретно они умерли? На момент их смерти Англия воевала уже 6 лет. В войне Алые и Белые Розы две силы доказывали свое право на трон. В схватке встретились соперничающие династии Ланкастера и Йорка. Это был не просто конфликт между Ланкашером и Йоркширом. Это была война между севером и югом Англии. За Алую Розу Ланкастера воевали преимущественно северяне и шотландцы, а Белую Розу Йорка поддерживала Южная Англия и Уэльс. Но, как в любой гражданской войне, тут не было четкой линии фронта. Страна была разорвана на враждующие между собой части. Правящий король Генрих VI был ланкастерцем. Это был набожный человек, восседавший на шатающемся троне. Против него стоял молодой Эдвард, граф Марча. Он командовал войсками Йорка 12 недель после того, как его отец Ричард и брат Эдмунд были убиты людьми Генриха. На полях Тоутона он собирался отомстить и забрать себе корону Англии. Молодой 18-летний Эдвард, потерявший отца и 17-летнего брата, 3 месяца спустя начинает битву при Тоутоне. Думаете, он был преисполнен добродетели и доброты? Отнюдь. Он едет туда ради мести, за убийцами своей семьи. Думаю, это предпосылка для очень жестокой драмы. В неразберихе гражданской войны официальные письменные свидетельства исчезли. Доказательства яростной битвы при Тоутоне можно почерпнуть из хроник и народной памяти. Мы знаем, что у Ланкастера было численное преимущество. Они первыми заняли поле битвы и заняли высоты, давшие сильную оборонительную позицию. Что касается поля битвы при Тоутоне, то оно очень удачно подобрано. Это противоречит всеобщему мнению о средневековых генералах. Первый фланг Ланкастера защищен крутым обрывом, так что командующий принял все возможные меры, чтобы защитить свою позицию. Войска Йорка подошли к плато рано утром. Они расположились вот здесь, от этих полей до замка Хиллвуд, который закрывал их фланг. Ланкастерцы стояли там, у холмов. Так что два войска разделяла только узкая долина. У Йорка было меньше солдат, но у них было другое преимущество – погода. Им в спину дул ветер, а на рассвете метель стала бить прямо в глаза ланкастерцам. Под прикрытием снега йоркские лучники вышли вперед и начали выпускать тучи стрел по войскам врага. Ланкастер понес тяжелые потери и был вынужден наступать, чтобы схватиться с Йорком в рукопашной. Пожар яростной битвы бушевал 10 часов. Исход битвы решили только подоспевшие подкрепления Йорка. Убегавших ланкастерцев уничтожали. Говорят, от крови 28 тысяч убитых реки несколько дней были красными. Это история Тоутона. Но какими фактами может вооружить археологов захоронение? Там были скелеты разных людей, иногда очень сильных. Рост их составлял от 170 до 198 сантиметров. Это были солдаты. Но ученые не могут сказать, за кого они воевали.
Думаю, там лежали представители разных слоев населения. Это можно сказать по их телосложению. На некоторых скелетах сохранились следы заживших ран. Некоторые при жизни занимались тяжелым трудом, а другие ничем не отличались от обычных людей. Археологам удалось раскопать целые скелеты, поэтому они могли начать их исследование. Даст ли это представление о роли этих людей в битве? Очень важно, что у нас были целые скелеты. Это помогло нам лучше понять, что случилось с этими людьми. Так как почти в каждом случае скелет был полным, мы могли выяснить, что некоторые из них были очень сильными, а некоторые голодали. У многих левая рука была длиннее правой. Это может означать, что они были лучниками. То, что в захоронении могут быть похоронены лучники, очень важно. В средние века рыцари составляли только 10% войска, остальными были пехотинцы, в основном новобранцы. Но в английской армии костяк войска составляли лучники, а их луки были оружием массового поражения. По закону, все должны были стрелять из лука. Это дало поколение великолепных стрелков. Поздние средние века Англия славилась лучниками. Эдвард I использовал огромное количество лучников в конце 13 века. При Эдварде III лучники уже воюют за границей. Если ты воевал во Франции, то мог неслыханно разбогатеть, поучаствовав, например, в битве при Айзенкуре. За время столетней войны с Францией английские лучники стали самой смертоносной силой своего века. При Тоутоне встретились воевавшие по заветам предков дети и внуки солдат Айзенкура. Учиться начинали с измальства. Тогда был такой закон. Но я думаю, что это также была традиция. Дети видели, как обращаются с луком их отцы, и хотели уметь так же. Лук был великой силой. Неважно, кем ты был, королем, рыцарем или графом, тебя мог убить с расстояния простой крестьянин. Но слава столетней войны давно отгремела. При Генрихе VI Англия потеряла почти все свои владения за границей. При Тоутоне англичане схватились с англичанами, и обе стороны знали, чего ожидать от врага. Когда сблизились боевые порядки, лучники каждой стороны хотели выпустить свои стрелы первыми. Возможно, что первый же выстрел Йорка мог вывести из строя 8-10 тысяч человек, убить и ранить. Потом началась полностью лучная битва, которая длилась минут 10. Потери обеих сторон наверняка были ужасными. Предположение о том, что в могиле похоронены лучники, появилось из-за необычного строения некоторых скелетов. Кости спины и рук находились под сильным напряжением. Команда ученых хотела понять, было ли это вызвано использованием длинного лука. Чаще всего задают такой вопрос: были ли эти ребята лучниками? Я не могу поклясться в этом, но думаю, что частое натягивание тугого лука с раннего возраста вызывало у взрослых людей утолщение некоторых костей и увеличение грудной клетки.
Чтобы подтвердить эту теорию, Крису нужно сравнить эти кости с костями современных лучников. Немногие могут сравниться со средневековыми лучниками, но Саймон Стэнли почти подходит. Он долгое время стрелял из длинного лука. Луки притягивали меня с детства. Я стреляю из тугих луков уже 14 лет. Люди, стрелявшие из лука, были очень сильными, знавшими, как использовать свое тело. В стрельбе участвует весь торс, от копчика до шеи. Повлияли ли годы стрельбы на строение тела Саймона, так же, как и на древних лучников? Чтобы выяснить, Саймон согласился на сканирование скелета. Сканер посылает радиоволны сквозь магнитное поле в тело Саймона. Молекулы воды в костях и плоти реагируют по-разному. Так генерируются изображения его скелета и мягких тканей. Ему 35. Ему 35. Развивалась эта мышца. 500 лет понадобилось солдатам Тайтона, чтобы показать, как жизнь изнашивала их кости. Саймон на это потратил всего несколько минут. Да, удивительно. Крис Канусел. Крис Канисел обнаружил, что у четверти погибших были ненормально развиты кости левого предплечья и правого плеча. Он считает, что это связано с частым натягиванием лука при стрельбе. Если мы перевернем это, думаю, что все согласятся, что с этой стороны кость толще. Да. Если сравнивать с правой, а у вас левая часть. Чуть лучше развито. Особенно вот в этом месте кость утолщена. Да. Утолщена левая часть. А вы правша? Да. Очень интересно. Интересно, потому что, по идее, все должно быть наоборот. Это из-за лука, так как при стрельбе на левую часть приходится большое напряжение. Сканер показал, что руки Саймона развиты так же, как и у погибших солдат. Это не доказывает, что в могиле похоронены лучники, но эта версия наиболее правдоподобна. Так что все сходится, левая часть тела от плеча до предплечья развита лучше. Лучник мог выпустить 15 стрел в минуту, которые убивали все на расстоянии в 270 метров. Люди, выкосившие цвет французского рыцарства, нашли при Тоутоне свою смерть. Среди скелетов был один, привлекший особое внимание. Крупнокостный мужчина около 50 лет лежал в могиле, раскинув руки даже несколько отдельно от павших товарищей. Когда мы его выкопали, стало ясно, что это был огромный человек. Его кости были очень крепкие, он выглядел как качок. Сейчас его имя всего лишь скелет номер 16, но на его лице написана более сложная история. Его с товарищами зарубили насмерть, и следы от этих ударов очевидны.
Но мертвые солдаты открыли исследователям и свои другие, старые ранения. Такие зажившие шрамы старых битв были у трети убитых. На скелетах были следы тяжелейших ранений. Это было очень неприятное зрелище. Но что поражает, на многих черепах были следы заживших ранений. То есть среди них были ветераны, которые точно знали, что их ожидает. И все равно шли в бой. So you have someone who has already experienced the face of battle. He knows exactly what he's getting into, and he's doing it again. Номер 16 был как раз таким солдатом. На его лице следы самых серьезных из заживших ранений. Его скелет исследовала Шеннон Новак, патологоанатом из университета Юты. В ее биографии были исследования современных массовых захоронений в Хорватии. Сейчас она постарается разобраться в ранениях, нанесенных более 500 лет назад. Моя задача — описать травму так же, как у жертвы современного убийства. Я пытаюсь сосчитать ранения, классифицировать их и, возможно, идентифицировать оружие, которым был убит человек. Также нужно изучить его старые ранения. Возможно, они были получены в других сражениях. На момент смерти ему было почти 50 лет. Он родился примерно во времена Айзенкура и всю жизнь посвятил войне, как минимум один раз до Толтона. Война чуть не забрала ее себе. Номер 16 получил очень обширное ранение клинком в левую часть челюсти. Удар был такой силы, что челюсть сломалась сразу в двух местах. Но этот человек выжил после такого тяжелого ранения и продолжил занятия военным делом. Это был особенный солдат с большим военным опытом. В битве при Тоутоне у него была подходящая компания. Тогда было много опытных бойцов. Многие из капитанов войны Росс получили опыт в ходе заключительной части Столетней войны. Так что был костяк опытных людей. Я бы их назвал ветеранами, которые встречались во всех родах войск. Удивляет, как хорошо были залечены старые раны ветеранов. Возможно, что мы недооценивали развитие полевой медицины в то время. Удивляет отсутствие у людей инфекции после подобных травм в крупных битвах. Естественно, что бактерии должны попадать в кровь после удара мечом. Это почти идеальные условия для заражения. Умения хирурга, лечившего этого солдата, проливают новый свет на медицину того времени. Иллюстрированные учебники, полученные от арабов, демонстрируют операции очень высокой сложности. Раньше эти источники не принимались всерьез. Но сращивание челюсти – одна из записанных операций, которая действительно работала. В них содержатся подробные инструкции о том, как лечить ранение челюсти. Сначала требовалось наложить на место удара воск, затем наложить двойную повязку. Для этого использовали планку и кусок кожи нужной длины. Этим аккуратно перевязывалась голова, и все пришивали к шапке.
Череп номер 16 очень интересен, так как на нем явно применяли технику, описанную в учебнике. Разбитый череп солдата номер 16 стал центром внимания археологов. Этот воин смог оправиться после страшного ранения, чтобы найти свою смерть на полях Тоутона. Всех интересовала личность этого солдата. Этот вопрос затмил все остальные загадки. Мы не могли поверить, что кто-либо, перенесший такую тяжелую травму челюсти, языка и мягких тканей, смог выздороветь и нормально жить дальше. Думаю, что в результате этот человек выглядел устрашающе уродливо. Как же выглядел номер 16? Археологи решили восстановить его внешность. Патологоанатом Ричард Ниф занялся реконструкцией этого черепа. Ранения, повлекшие смерть, представляют большую проблему. Они полностью уничтожили глазницу и скулу солдата. Ранение от меча в височной части эффективно. Бах, бах. И весь череп разрушен. Сломана глазница, кусок лобной кости, кусок верхней челюсти и часть носа. Часть носа. О, боже, боже. Так, давайте соединим. Нижняя челюсть была сильно повреждена. Примерно за 8-10 лет до гибели. Это удар клинком, вот так, в горизонтальной плоскости, по нижней челюсти. Будет трудно правильно отразить это в реконструкции. Надо как-то представить ткани, пострадавшие от удара. После этого наверняка должен был остаться уродливый шрам через все лицо. То, как зажили ранения номера 16, ключ к его прошлой жизни. Сложность операции, которой он подвергся, наводит на мысль о его связи с аристократией. В общем и целом, медицинскую помощь получали люди богатые. Но это не значит, что хирурги лечили только рыцарей. Есть способы лечения, которые начинаются со слов. Если солдат плохо вооружен и идет в бой без шлема, он может получить такие и такие ранения. Это означает, что люди, которые нанимали в армию хирургов, были заинтересованы в выживании своих солдат-профессионалов. Тогда в армии было мало профессионалов. Большинство солдат были на поле битвы, потому что их заставляли насильно. Но у некоторых вельмож был эскорт платных профессионалов. Их с детства взращивали для ношения ливреи. Возможно, номер 16 и был таким профессионалом. Если он носил ливрею, а я лично прямо вижу его как наемного солдата в ливрее, то его, скорее всего, тренировали с раннего детства. Это было до того, как он психологически вырос. То есть в 14-15 лет он уже тренировался. Он очень здоровый. Из этого следует, что либо он стал таким благодаря тренировкам, либо его взяли тренироваться благодаря природным данным. He's that way because of this activity, or probably because he was selected because he's a broad individual.
Кем бы ни были номер 16 и его товарищи, но даже для таких опытных воинов битва при Тоутоне стала кошмаром. У обеих армий был приказ не давать пощады. Хроники говорят, что было так много убитых, что раненые умирали под телами мертвых. Через несколько недель герольды объявили цифру в 28 тысяч убитых. Сегодня эти цифры вызывают у некоторых ужас и недоверие. Я думаю, что цифра в 28 тысяч убитых высосана из пальца. Если брать это за истину, надо признать, что в Тоутоне погибло больше, чем в первый день страшной битвы на реке Сомма в 1916 году, когда армия наступала по открытой местности на пулеметы. Так какие же доказательства резни представляет в руки исследователей это захоронение? Шеннон Новак больше знакома с пулевыми ранениями, чем с ударами меча, но она старается выяснить, каким оружием были нанесены такие травмы. Мне кажется, что это тупой предмет специальной формы, которым быстро нанесли рану и вынули обратно. Думаю, это было что-то такое. Ага. Молот-клевец. Описание оружия называет его клевцом. Давайте посмотрим. Вот так, очень квадратное отверстие. Я нахожусь выше человека и наношу вот такой удар. Удар легко пробивает череп. Это вполне возможно. Именно так. Исследования показали, что самой частой причиной смерти была рана от меча, кинжала или боевого топора. Проникающие ранения часто наносились острием бердыша и топором всадников, когда жертвы лежали на земле. Судя по ранам, все без исключения люди были убиты ударом в голову. Кажется, что на них совершенно не было брони. Almost without exception, the men were killed with blows directly to the head. And it appears they were completely unprotected. Все, кроме одного. Да, у всех ранения в голову. Множественное ранение в голову. Вы не поверите, но в то время не ходили в битву без шлемов, так как большинство ранений приходились на голову. Так что выходит, что у этих людей вообще не было шлемов. Без шлемов они получали удары в голову, как будто их привели на скотобойню. Они умерли от удара, который нанесли с близкого расстояния. Их судьба изначально была решена, так как им наносили повторные удары в голову, снова и снова. Мне кажется, что они были еще живы, когда им нанесли второй и третий удары, так как, очевидно, первый удар лишил их возможности защищаться. Их специально уродовали. Это была резня. Этот вывод разрушает все привычные мифы о рыцарских войнах. Если битвы и проходили по рыцарскому кодексу, то в Тоутоне он не действовал. Мы привыкли к образу рыцаря в сверкающей броне, скачущего по стране и спасающего прекрасных дам. В этот образ укладывается привычка милости к поверженному противнику. Но это был обычай аристократии, который рыцари распространяли только на рыцарей. Простолюдинов всегда убивали.
В лаборатории также установили, что некоторые отвратительные раны были дополнительно нанесены незадолго до смерти. На черепах, возле ушей, в районе скальпа и лица, были повторяющиеся надрезы. У нас есть как минимум один человек, которому отрезали нос. Также были параллельные надрезы над ухом, не похожие на рубящий удар. Это значит, что ухо или ухо с частью скальпа зачем-то отрезали. Возможно, людей специально увечили. Подозрение об издевательствах и пытках подкрепил скелет номер 24. Когда достали останки, то оказалось, что руки были скручены за спиной. Вывод напрашивался сам собой. Мы нашли скелет, руки которого были расположены за спиной. Это совершенно неестественная поза. Вероятно, это пленник, которому связали руки. Колени были сомкнуты, а это тоже неестественно. Это очень важный для анализа скелет. На ум приходит другой сценарий. Человек попал в плен, ему связали за спиной руки и наверняка пытали и мучили перед тем, как он умер от ран. У археологов возникла другая идея. Они стояли вокруг погребальной ямы, голые, изуродованные, а потом убитые. Это случается и в наш век, но как-то не ладится с имиджем эпохи рыцарства. Этот солдат прошел через многие битвы. Возможно ли, что он и его товарищи умерли в плену? И спустя 500 лет поля Тоутона не выдают своих секретов просто так. Но работа Шеннон Новак показывает, что эти люди, скорее всего, не умерли, как стадо баранов. В какой-то момент у этих людей была возможность защищаться руками. Самое большое количество ранений у них на руках. Это классические ранения защиты. После убийств холодным оружием у жертв часто руки разрезаны до костей. Они пытаются схватить лезвие руками. Эта же картина наблюдается и в Тоутоне. Мне кажется, что у солдат руки были свободны. Независимо от Шеннон, Тим Сазерленд пришел к похожим выводам. Во время раскопок скелет номер 24 был найден с руками за спиной. Но на дне ямы ученые сделали еще одно странное открытие. Отрубленную руку, не принадлежащую ни одному телу. Сначала думали, что это была ампутация. Но затем Сазерленд еще раз изучил трехмерную картину захоронения. Оказалось, что эта рука принадлежала скелету 24. Мы полностью выкопали захоронение. На дне оказалась бесхозная рука. В результате компьютерных исследований мы узнали, что эта рука принадлежала скелету номер 24, который был расположен точно над этой рукой. В могиле скелет 24 лежал так, что рука, лежащего рядом тела, создавала впечатление, будто она находится за спиной у 24-го скелета. Трехмерное изображение демонстрировало, что он не был связан, а похороненные люди, скорее всего, не были беспомощными жертвами.
Когда начали восстанавливать облик скелета номер 16, появились новые вопросы о его смерти. Смертельные удары пришлись вот сюда. Первый попал в глаз, второй вниз около носа и вышел через рот. Как же умер этот старый солдат? В какой момент битвы это случилось? А потом удар вот сюда. Прямо сбоку. Довольно беспощадно, не так ли? Немногие знают эти поля лучше, чем Саймон Ричардсон. Археологи живут в странном союзе с металлодетекторами, но Саймон привносит уникальный подход в работу команды. Он прочесывает поле уже 16 лет. Я представляю, как это было, какими были люди. Мы думаем о ранениях, которые получили люди. Об их криках, которые были просто ужасными. Когда я начинал искать, я ожидал найти мечи, топоры, шлемы и нагрудники, но все случилось по-другому. Находки Саймона малы, но кое-что они показывают. Печатка. Пряжка от ремней брони. Кусок шпоры. Это недорогая военная добыча. Предметы потеряли во время рукопашной, спасаясь бегством или погибая. Каждая находка берет за душу. Погиб ли ее хозяин или, скинув ее, он смог спастись? Саймон фиксировал место каждой из 300 находок и охотно делится этой информацией с другими исследователями. Его находки подтверждают, что битва произошла там, где описывали хроники. Но Толтон Холл, где были найдены скелеты, находится в миле отсюда. Как они туда попали? В качестве пленников? Или их туда притащили уже мертвыми? Может, они пали во время последней фазы битвы? Хроники говорят, что резня началась тогда, когда ланкастерцы побежали с поля боя. Долина, которая защищала их фланги, стала теперь западней. Они стали легкой добычей для Йорка. Во всех битвах нельзя было поворачиваться к противнику спиной. Я лично считаю, что похороненные здесь люди были убиты при отступлении. Все указывает на то, что раны им были нанесены, когда они лежали на земле. Удары кинжалами в затылок, множественные ранения и увечья. Новак продолжает описывать ранения при помощи современных методов расследования убийств. Трещины на черепе могут рассказывать о порядке нанесения ударов. Этот способ показал, что некоторые из убитых убегали от своих убийц. На этом черепе очень хорошо видна последовательность ударов. Сначала он получил мощнейший удар мечом по затылку. Вы видите повреждения в этой области? Также он получил огромную рану на лицо. Она идет от левого глаза вниз по лицу через кость и дробит зуб. Удар пошел с этой стороны через лицо. В результате открылась эта трещина, которая закончилась около разлома. Это след от ранения затылка. И так как трещина на лбу остановилась, мы можем заключить, что разлом был нанесен ранее. Следовательно, первый удар, возможно, смертельный, был по затылку.
large, probably mortal wound to the back of the head. While he was, когда человек был на земле, он получил еще один удар. Это война. А эти солдаты не смогли спастись. Вот для чего делается оружие, чтобы эффективно убивать. Очень многие не смогли спастись. Хроники говорят о 28 тысячах погибших. Некоторым поставили памятники и сохранили их имена в истории рыцарства. Но для большинства склепом служит поле брани, где они погибли. Их памятник — работа ученых, которые пытаются понять, как и зачем они погибли. Мне кажется, что я их очень хорошо знаю. Некоторые из них мне особенно близки. Я чувствую, через что им пришлось пройти, и меня поражает мысль, что солдаты, которые там сражались и умирали, все еще спят под землей. На вопросы археологов может ответить только Земля. Если было 28 тысяч погибших, то где же их тела? Пока они не найдены. Мы можем представлять себе опасную жизнь средневекового солдата под трупом из братской могилы. Доутон был триумфом Эдварда. Через 3 месяца его короновали на трон Англии. Эта битва не принесла мира. Война Рос продлится еще 20 лет. Затем враждующие стороны помирились, но для павших солдат обеих армий это случилось на 20 лет позже, чем нужно. На средние века пришелся рассвет рыцарства, а на битву при Тоутоне — его закат. Лучники и воины, люди, похороненные здесь, умерли страшной смертью. Здесь человек убил человека самым худшим образом. Но для одного из павших начинается новая жизнь. Ветеран номер 16 снова увидит Божий свет. Победитель — вечная жертва. Он — настоящее лицо всех битв. Прошу знакомиться. Вот ты какой. Он выглядит обыкновенным человеком. Теперь, когда мы видим его облик, он стал совсем человеком, личностью, существовавшей и участвовавшей в битвах. Когда ты видишь только череп, рана кажется меньше, как будто она локальна, но клинок был гораздо длиннее. Он выглядит опытным и заматеревшим. Видимо, у него было много травм, не только физического, но и морального плана. Это касается ранения лица. Думаю, столкнуться с ним в битве было страшно. По нему видно, что он опытный боец. Да, он выглядит как старый вояка. Да, конечно.